Привет всем, это я, Робот, и сегодня мы начинаем пятую часть игры Dragon Ball Delorean. Вау, сколько прошло времени после того, когда я играл вот эту игру. Вот именно вот эту игру. Извиняюсь за то, что я ее так долго не играл. Я очень извиняюсь за это, но... Мы начнем наше прохождение, и мы будем сражаться против доктора Дзиро. И должен сказать, он слабак. Блин. Он наполовину дрой. Он взял мою атаку, скажи. Ладно, Пикро меняйте. А, Крид, не подведи меня. Пожалуйста, не подведи меня. Хватит двигаться! Зеро! Ой, блядь. А, ебать, меняться! Блин. Ты понимаешь, какого они хрена не нападают на меня? Ебать, нападайте! Господи, вам что, трудно на меня напасть? Вот, и вы ждете, пока я вам не отдам мою энергию. Хуй вы получите мою сраную энергию. Вы ее никогда не получите. И вот видишь, Дзиро? Вот это доказательство, что я тебя сильнее. Ой, ебать. Теперь надо взяться от этого придурочка. Блядь. Это что? Dragon Ball Fly? Или Dragon Ball Devolution? Потому что вы только здесь летите. Ладно, я тоже могу полететь. И я избавился от своего просяя. Загрузаюсь. Ой, ебать. Ладно. Блядь, он отнял меня. Ах ты. Маленький кусок говна. Да, блядь, скорее ты умери, наконец-то, блядь. Ты мне надоел, понимаешь? Надоел! Блядь, ой, бать. Ебать, вот почему я ненавижу андроидов, потому что они... Ебать, они только двигаются, хватит двигаться! Наконец-то. Ебать, не смей. Не смей! Наконец-то я его убил, блядь. Надоело с ним сражаться. И вау, мы сражались с ним почти как 3 минуты. Но наконец-то мы сражаемся против того андроида, которого я не нужно сражаться. Но я ошибаюсь, потому что 17-й кибал загрузается так же медленно, как и другие андроиды. Тупая идея, но действенная. Короче, надо его обстрелять, блядь. Ой, бать. Сдохни. Ну, блядь, Дзиро, блядь. Или Геро. Как мне его произносят по-английски? Геро или Дзиро? Напишите комментарий. Ебать. Ну попадись ты, ёб твою мать. Как будто первый раз я играю эту игру. Блять, не надоело это. Ебать, ты что должен дать, пока я его убью, блять. И вот почему я ненавижу эту игру. Это одна из причин, почему я их ненавижу. Да ебать! Дзиро, ты мне надоел! Сколько можно просить? Умри! Блядь, ты мог ее сравнить. Ты мог сравнить эту атаку. Знаете, что я вот что сделаю?
Я никуда не спешу, и все будет нормально пока. Блять, так куда нахуй надо целиться? Ебать! Блять, он забирает мою энергию так, как будто я нафиг. Может как? Ебать. Какого он хуя не попадает? Объясните мне. Он должен же попадать. Я, блядь, целюсь прямо... О, блин, я ему попал. Я ему попал куда-то. И ударил. Ебать, ну все равно он двигается, как не знаю кто. Ебать, когда ты-нибудь... Ебать. Сколько я минут с ним за это сражение? 35, какие-то 2 минуты. Ой, ебать, надо теперь приготовиться. Да фак! Я ему уже ударил прямо по месту. Как? Он вызвал! Бля! Блядь. Блядь, я ненавижу эндроидов. Я ненавижу эндроидов! Фу, наконец-то я его задел. Блядь, надоело, блядь. Блядь, он опять прыгает, блядь. Ему что, не надоедает прыгать, что ли? Ебать, Зеро, хватит прыгать! Ты мне надоел со своим прыганием. О, блядь, это нехорошо. Ебать, он что, меня победил? Он меня, блядь, победил! Этот кусок говна меня победил! Ах ты сука! Я не сдамся, это гад! Всё! Победил! С первого раза! И... Получить его! Ой, блядь! Спи против Вегеты! И вы придете сражаться против... Убегите, зато, блядь, атаки загрузаете, а у меня нахуй не так быстро загрузается. Я ненавижу, когда это происходит. Но знаете что? Я рад, что я не сражаюсь против эндроида. Это важно. Потому что мне не нравятся те эндроиды, которые высасывают у тебя свою энергию. Блядь, хватит меня! Челиться такими лучами, дурак нахуй, дед, сдохни. Сдохни, ладно? Всё, Вегета сдох. Это конец истории. Мир. Раз, два, три. Почему Вегета ещё сражается? Я думал, что мы его избили до такого момента. Ах, короче, какая разница. Пусть они получат нагоня. Будет лучше для меня и для всех моих зрителей. Потому что я тоже умею меняться, бля. Ау! Опа. Ну? Стреляй, блядь, пиковый. Почему ты не стреляешь, а? Теншинхан, блядь. Уэсман, блядь. Самое тупое имя, блин, которое когда-то видел, блин. Ну? Всё. Я тебя... Блядь, ау! Ну это несправедливо. Блядь, а ты что ты, блядь? Ну, блядь, Транкс, ты дурак, блядь. Ну почему ты, блядь, так себя ведёшь, Транкс? Блядь, они опять нахуй летят по местам, блядь. Меня раздражает вот что. Блять, стоп. Чэнь-Чинхан умер. Чэнь-Чинхан умер. Блять, а тебе тебе твоя очередь, блядь. Сдохни! Ой, бать! Нет, иди ты, я тебя не дам. Вызови. Я тебя не дам. Ау! Меняем персонаж.
Меняем персонаж! Все, остался только Транкс. И он вышел из формы Супер Сайян. Вот долбоёбин. Нет, он опять обратно трансформировался. Но все равно он был, блядь. Короче, я его стрелю, потому что мне нравится стрелять. Короче, можем еще одно сражение. А, да, Сэл, мой любимый дрожжей я всех времен, Сэл. Так что, играем за Сэл. Ладно, начнем. Ой, да. Ну я рад, что он самостоятельно может свою энергию забирать. Летает, мне не придется против него сражаться. Сэл, я тебя не дам выиграть. Короче, можем еще один. Ничего не произойдет. Это, наверное, последнее сражение. Я думаю, да, последнее. Я не хочу больше сражаться против андроидов. Я ненавижу андроидов. И да, я стал Морда Пикро стала какая-то долбоёбская. Ау, недовольная. Сука, хватит обстреливать. Говорю, хватит обстреливать. Успел застрелить. Но они так долго загружаются, блядь. Кто не знал, как, блядь. Нет, загружай свою энергию так, как будто первый раз. Они устают, блядь. И это очень... Блядь, я думаю, со стороны назад. Еще чего? Я стану... Взрыв! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Всё! Этот дурак не может. И здесь мы окончим свою серию. Так что, ребята, надеюсь, что вам эта серия понравилась. Увидимся в следующий раз. И пока!